Анфиса Чехова поделилась редким снимком, на который телеведущую просто не узнать, юная, невероятно худая и с короткой стрижкой. «Вы хотели увидеть меня 20-летнюю? Напросились? Мне здесь, конечно, чуть больше, 21-22. Здесь я, похудевшая от тайских таблеток на 25 килограммов за 2 месяца, раскрыла секрет невероятного преображения Чехова. Я весила тогда 52 килограмма. На 10 килограммов меньше, чем сейчас. От груди остались одни слезы. Анфиса говорит, что эти преображения даже ее саму тогда невероятно напугали, она себя не узнавала, я даже предпочитала не раздеваться при свете. Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, критикует себя телеведущая. Конечно, минусы были не в том, насколько она похудела, а в том, как быстро это произошло и какими средствами. Ее даже милиция стала на улице задерживать. Под глазами были жуткие синячины, такие, что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены. В 90-х это было актуально. Да и характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная. Молодой человек, с которым я тогда встречалась, шутил: «Лучше быть снова толстой, но доброй», — вспоминает Чехова. Про здоровье вообще молчу. Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон наношу сосудам и обмену веществ этими тайскими таблетками. Я думала только о том, как бы похудеть. В то время я пела в группе «Безумные светлячки», каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но счастья в моей жизни не было. В таком весе Анфиса продержалась год, а дальше сорвалась и страдала булимией. Набрала целых 30 килограммов. С тех пор отказываюсь пить и рекламировать какие-либо средства для похудения. Не повторяйте моих ошибок, предостерегла подписчиков телеведущая.